Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня поиграем в игру, которая называется «День викинга». Ну что ж, поехали. Так, 0 из 120. Нифига тут 120 уровней, что ли? Я не удивлюсь, если честно. Так, загрузочка идет. И, как обычно, заставочка, да? Это кто у нас тут такой? Что это за принцесса? Ага. В одном, короче, государстве жила прекрасная принцесса. Ага, какой-то рыцарь или кто-то заметил ее, но стража была начеку и не подпускала никого, да? Ладно. Ух ты, вот они что делают, ребят, видели, а? Это, знаете, это наподобие Tower Defense, что-то типа того. Ладно, короче, давайте смотреть. Так, ага, все, я понял прекрасно. Значит, наводим на этих рыцарей, или кто это, викинги, скорее всего. И мы их тем самым убиваем. Так что понеслась, ребят. Так, никто не пройдет, да ведь? Давай, иди отсюда. Только шлемаки отлетают. Олухи. Что еще могу сказать про них? А это кто там у нас бегает? Опа, валунчик. Шмяк куда-то бросил. Хорошая работа, солдаты. Я вам приготовила новую штучку. Она называется катапульта. Давайте ее испробуем. Но для зарядки ее вам понадобится время. Ну-ка. И бум. Слушайте, это что, довольно неплохо. Давайте тогда будем, естественно, ей, ой, пользоваться. Смотрите, что он там говорит долго. Ничего не долго, вон он валуны за валунами нам только подносит. На ковчайник. Шикарно. Давай-ка следующего. Подходи, подходи. Ну, да как же так промахнулся-то, ну. Давайте вот так сделаем. Ага, ребят, вы видели, да? Камень, когда по земле катится, он тоже их, оказывается, повреждает. Наносит им повреждения. Ну-ка на. А что это они там такие недовольные-то все стоят? Даже не идут на меня. Боятся катапульты моей. Кстати, а где мои лучники? Я что-то не пойму. Тройное комбо я, короче, получил. Куда-то лучники у меня дели... А, вот они. А, все, понял, ребят. Показали, как надо вообще тут замком управлять, да? На-ка тебе. О, смотрите, смотрите. Там лежит что-то, что обронил викинг. Это же монетка. Ее надо срочно поднять. Она нам поможет поднять ранг. Ага, вот, смотрите, ребята, у нас тут свистун, оказывается, есть. Это специальный мужичок, который таскает монетки. Хороший мальчик, давай, давай, беги, принеси это сокровище к нам в замок. Так, я надеюсь, эти викинги оставят нам больше сюрпризов и подарков. Ну, я тоже на это надеюсь. Так, давай, иди сюда, обух, сейчас получишь меня, вот так вот. Давай, свистун, беги. Твой выход. На-ка, никто моего свистуна не обидит. Слушайте, это как этот, помните, в игре Хастали-то? Только он там на балконе стоял. А здесь, видите, бегает. О, ребята, первая наша победа. Что ж, я нас поздравляю. Слушайте, довольно милая игра такая. Не знаю, как там, конечно, дальше будет, но мы посмотрим. А, спасите меня, солдаты. Вы можете сделать апгрейд. Так, давай посмотрим, что мы можем здесь сделать. Ух, ребят, смотрите. Так, королева, замолчи. Ты противно свистишь. Слушайте, мы с вами улучшили стрелы. Я так понимаю, они будут дальше стрелять. Ну что вот это вот за параша? Дайте я ее закрою. Она нам не нужна, ребят. Вот так, ага. И что? А, больше ничего, 105 монет у нас. И, соответственно, мы продолжаем играть. Так, что такое? Что за тишина? Ребят, смотрите, что-то там происходит в лесу. Вы можете отодвигать, короче, сближать и удалять экран двумя пальцами. Ну, ребята, так как я играю на эмуляторе, мне это, в принципе, не для чего. Мне и так все видно, у меня большой монитор, так что... Все, ерунда это какая-то. Будем так играть. Так, кто тут у нас? О, бегут бегунцы. Ну-ка на.
Свистун вперед, твой выход. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой. Спугнули меня свистуна только, а. Елки-палки. Давай, беги. Шипзик, пока я тебя тут прикрою. На-ка. Слушай, довольно неплохо катапульта, если попадает, так сказать, в рядок. Она гасит, будь здоров. На-ка, все. Все получили. Эй-эй-эй. Нечего подходить к моим воротам. Да-да, свистун, беги. Свистит аж бедный, не может, как ему хочется эту монетку принести. Давай, давайте. Следующих. Ага, шикарно. Ну куда, куда, куда? Ох, ребят, смотрите, они уже колбасят мне ворота. Этого я потерпеть не могу. Так, свистун забрал монетку. Умница. Так, все, вроде отбились, да? Слушайте, ну уже посложнее, если честно. Уж больно как-то их много и быстро они бегут. О, о, Майкл Джексон. Чу-чу-чу. Ага, солдаты, вы получили небольшой подарочек от меня. Это какой-то бустер. Двойные стрелы. Угу, двойные стрелы. Ясненько. Селек бустерс. Ну, это мы, наверное, потом с вами посмотрим. Так, ага, вот, значит. Если вы сюда нажмете, вы сможете использовать бустеры. Так, активируйте его, и вы будете пользоваться им. Ух ты, ребят, смотрите, а здесь склон. Ну-ка, дайте-ка я валунчик-то, наверное, туда сейчас катану хорошенечко, да? Ну, давай-давай-давай, сбивай. Ну, блин, а что, только на одного действует? Ёлки-палки, я думал, сейчас как покатится, как... Нет, что-то не выходит. Ну ладно, мне даже сподручнее, кстати, вот отсюда. А это что там летит? Дракончик какой-то. Опа-на, ребята, какая-то подарочка выпала. Дайте-ка я посмотрю, что это за бустер вообще. Ух ты, по две стрелы сразу, неплохо. Так, свистун, беги, иди, подарок поднимай. Да, мне очень нравится. Точнее, тут даже не две стрелы, а по ходу дела они просто вместе сразу стреляют. Так, ну-ка, камушком их. Вот, отлично. Давай-давай-давай, подходите. Слушайте, довольно милая игра такая, прикольная, веселая. Я так понимаю, дальше тут будут офигенные у нас развития. Бум. Давай-давай-давай-давай, свистун. Опа, а это что, ребят, такое? А это у нас какие-то новые викинги. Смотрите. Ух ты, они уже с первого раза не падают. Ага, вот оно что. Значит, более усиленные. Так, ребятушки, прошли мы с вами уровень. До ранга нам еще как до Китая раком. Так что, наверное, сразу продолжим. 845 монеток у нас. Мы ничего не будем сейчас делать, будем дальше играть. Так, что вы тут мне показываете? Вау, браток, что-то тут, я не пойму. Там вроде кто-то крадется. Да ладно, не бойся, он всего лишь один. Полегче, ребята, типа. Давайте устроим ему огненную священ... Короче, непонятно, что тут говорится. Опа. Ага, да подкрадывался. Отличный выстрел. Все, что угодно для своих друзей. Ага, это якобы они пообщались с мужичком, который на катапульте сидит. О, тихо, ребята, ну-ка давайте-ка. Да, вот эти вот ребята действительно жирнее. Смотрите, у них вначале слетает каска, потом я только их могу подбить. На-те катапультой. Черт подери. И причем они... Ух ты, он еще и прыгает через валунчики. Ребят, вы видели? Вот это хорошо. Так, дракончик, иди сюда. Свистул, готовься, твой выход сейчас будет. Честно, почему он не смешит, а? Так, хорош там прыгать. Ух ты, еще один дракончик. Два подарочка. Это хорошо, ребята, это две монетки. Так, ну я просто не успеваю тут смотреть за всеми. Я сейчас сконцентрирован на этих викингах злобных. Так, а это все монетки тырит у меня, умница. Давайте, ну-ка, валуном попаду. Ах ты, он уже подбит был, ладно, давайте. Ай. Хотя, можно, в принципе, пока и без этого обойтись. Тюрин-тюрин-тюрин, только щиты и каски отлетают. Ну что, по-моему, наверное, прошел я этот уровень, да, ребят? Ну-ка, нет, а это еще кто такие? Почему так быстро бегут? Эй, хорош, ребят, какие-то, не пойму я, шаманы, индейцы или кто это вообще? Ух ты, ну прям как Белоснежка и семь гномов, да? Целует она всех.
Так, ребят, смотрите-ка, мы с вами подкопили прилично денежек, 1250. И мы сможем что-то сделать. И давайте, наверное, мы с вами... Ага, смотрите, тут можно еще одного лучника нам купить. Давайте-ка, наверное, купим лучника, да? Хотя можно еще купить одного чувачка, который будет подносить нам камушки. Ну, пока мы вроде и так справляемся, да? Поэтому я считаю... Ага, тут еще вон что. Бегуна можно одного взять. И катапульту, которая стреляет дальше. Так, и еще один бустер-слот за 11 тысяч монет. Ну нет, ребят, давайте-ка возьмем, наверное, еще все-таки лучника одного. А дальше, наверное, все-таки будем развивать катапульту. В общем, посмотрим, как у нас пойдут дела. Осталось у нас 150 монет. Не буду я ничего делать, отстань от меня. Так, опа-на, ребятушки, смотрите-ка. Что это такое? Что это? Оу. Это что? Здорово. Это преграды, через которые я не смогу даже пострелять, представляете? Но и они, а нет, они идут. Они постоят, а потом проходят. Ну давай туда валун-то как-нибудь закинем, елки-палки. Ну почему не получается-то? Оу-оу-оу-оу-оу. Тихо. Шуганули моего свистуна. Блин, неужели эти перегородки не исчезают? Бум, неплохо сейчас по голове-то досталось викингу. Блин, подарок только упустил, а. Так. Свистун, ты меня отвлекаешь, я... Ох ты, ничего себе, ребята, смотри. Да хорош ломать мне двери. Принцесса вам не видать, она наша. Никто ее не похитит. Так, успокойся, блин, долго перезаряжается. Но, тем не менее, у нас, ребята, сейчас в данный момент 3 лучника. Я не знаю, что бы я здесь сделал 2 лучниками. Тут, как видите, и 3-то еле справляюсь. Так, ух ты, а это что такое? Смотрите, ребят, впереди у нас лежит... Я даже не знаю, как это назвать. Поднос с какой-то едой, с яствами. Так, свистун не успел добежать. Его, как обычно, шуганули. Ну, беги, свистуля. Забирай давай. Ага, там кто-то был, спрятался. Ну ладно. Так, вот он взял поднос и несет. Это, оказывается, трофей какой-то. Вау, чу-чу-чу, лунная дорожка. Сияет серебром. Так, ну ладно, ребят, 700 монет, ну да ты задостала ты уже. Так, и мы с вами идем далее. Так, 6-я миссия у нас. Так, что это? Ух ты, ребят, вы посмотрите, ну не скажем разом, усложняет и усложняет нам жизнь. Ну-ка, давайте-ка попробуем, что будет из этого. Ага, то бишь они могут под этой штукой находиться, и им ничего не будет. Да елки-палки, я даже не могу туда подкинуть. Так, дракончик. Свистун, беги, подарок забирай. Молодец, умница. Ребят, ну фигня какая-то получается, на самом деле. Смотрите, я не могу ничего сделать. Ух ты, нифига он. Я в прыжке убил, за это получил отличный бонус. Давайте еще разок туда. Ага, как бы не так, не выходит у меня ничего. Ага, отлично. Хорош. Думал, что все так вам просто легко достанется. Как бы... Оу, шикарно. Дракончика подбили. Так, смотрите, они стоят, выжидают. Оу, можно вот так вот, навесиком даже стрелять. Смотрите, ребята, даже все очень хорошо и неплохо. Тихо, свистун, не отвлекай меня, пожалуйста, пока. Вот, нет, нельзя. Бегут, смотрите, их сколько тут накопилось. Отлично, валуно по голове досталось этому бородычу. Слушайте, вон там их очень много. Да, хорош, успокойтесь, все. Смотри, а. Так и норовят сломать мне ворота. Блин, мне тут предупреждение уже моргает, что типа скоро сломают ворота. Ну-ка, отлично. Неужели валун попал куда надо? Знаете, в чем здесь небольшая проблема, ребят? Что траектория... Ох ты, перегородка сломалась. Она, оказывается, ломается. Отлично. Здесь проблема в том, что нет вот этого вот наведения конечного. Мы видим, как вначале полетит валун, но куда именно приземлиться, вот этого мы уже не сможем с вами определить. Так, мы прошли уровень, поздравляю нас. Мы получаем ранг в 2. И у нас 1265 монеточек. Давайте-ка мы что-нибудь с вами приобретем хорошенькое. Ну что, будем... Слушайте, может быть, не камень? Ух ты, а тут еще, оказывается, можно что изучать. Смотрите. Ёлки-палки, отлично. Так.
Ну тут как-то по уровням все написано. И смотрите, можно взять двойные стрелы 1400, так. Ракеты какие-то. И внизу вот этот вот. Хотел бы я посмотреть, что такое за супермен-солдат у нас какой-то. Супер бегающий солдат. Потом, наверное, мы это глянем, если, конечно, вам эта игра понравится и вы захотите смотреть продолжение. Так, ребята, я все-таки выучил катапульту. Я думаю, что она нам здесь больше нужна, потому что сами видели перегородки тут всякие. Ух ты, ночка, осень. Короче, листики летят. И темно, понятно. Прям как у нас здесь на севере. Полярные ночи, полярные дни. Что, 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 что такое? Ух ты, ребят, смотрите, он что-то тут принес мне. У-у-у, ну-ка. Нифига себе, вот это бочонок. Вот это ты молодец, браток. А с чего это он только вдруг мне их принес? Это как, насовсем или так, ради показухи? Так, тихо, 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 тихо. Отойдите от замка, нечего вам здесь делать. Достали уже, а? Смотри, все-таки лезут ко мне, а? Вот эти бегуны очень быстро бегают, но они в ад. Так, а вот эти вот самые тяжелые в данный момент, которые с рогами на каске, вот они такие более-менее сильные. Так, Свистун, твой выход. Готовься. Так, неплохо, неплохо. Блин, все, ребята, кончились у меня эти бочки взрывные, пошли обычные камни. Ух ты, елки-палки, как они, как же они бронированные, а? Так, все, справились. Камень, давай быстрее, ну. Да что ж ты будешь делать, а? Хоть один бы попал. Нет, все мимо да мимо. О, тихо, смотри, сколько забралось возле моих ворот. Давай, давай, лукари, быстрее бомбим. Ну, отлично, умнички. Ну, я надеюсь, прошли уровень, а? Куда еще-то тут? Отлично, все, победа за нами, ребята. Они бегут, они за викингом. Так, ну и, естественно, мы продолжаем с вами играть. У нас 1075. Так, что такое? Отличная работа, солдаты. И я вам что-то новенькое приготовила. Загляните в магазин. Так, все понятно. Что она там нам новенькое приготовила, мы пока смотреть не будем. А пойдем с вами далее. Так, отлично. У нас 8-й раунд. И опять очередная заставка. Давайте, ребят, смотреть. Так, короче, спим. У нас сон. Ну, типа, все спокойно, да? А тут, смотрите, кто-то крадется к нам. Типа, он говорит, стража спит. Но он проснулся. Давай, 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 шустрее. Смотри, что делают, а? Ничего себе не... Ай, дурила. Видели, что он хотел сделать? Они друг на друга встали на щиты и тем самым хотели подняться ко мне, но бравый дозорный сбил его камнем. Довольно прикольно все это выглядело. И тут есть один, ребята, минус. Я не вижу, кто ко мне бежит. Посмотрите, во-первых, ночь, во-вторых, лес, он скрывает их. Ядрить его на корень. Я их только вот начинаю видеть, где пенек вот этот заканчивается. По крайней мере. Ух ты, молодец. Попал я все-таки ему. Так, комбо. Интересно, очки вот эти, это что не дают? Дает прирост мне по деньгам или нет? Или это так просто? Ради статистики. Ух ты, целая армия идет. Ребят, надо их... Так, ну я попал. Попал, я видел. Комбо там высветилось. Отлично, Свистуля, давай беги. Мани... Откуда ты? Че ты творишь? Говорю, иди монетку забери. Вот такой трусиха. Так, ладно, давайте валуном. Так, комбо, я знаю, попал. И это хорошо. Главное, чтобы монетки не было именно там, вдалеке. Иначе мой свистун, да я боюсь, оттуда не добежит. Дрейфанет и будет постоянно выбегать. Так, хорош атаковать уже замок тобой. Ну, в самом деле-то, а? Вы угомонитесь? О, отлично, комбо получилось. Это меня радует. Так, тихо, тихо, отвали. Вот он, вот он, вот он, вот он. Так. Видите, у лучников еще есть такое время, как бы перезарядка. Они не стреляют без остановки. У них какие-то там есть секунды, там 3-2 секунды, чтобы они перезарядились. И в этот момент враги, как обычно, нападают. Так, этот нам показал свой легкий танец, солдат. Ну, а теперь давайте, наверное, с вами валун изучим, да? Во! Следующий уже будет за 2800. Ну, в принципе, так как мы с вами деньги копим... Да не буду я сейчас ничего тут это, нахваливать. Вот, мы с вами очень быстро и хорошо разовьемся. Я надеюсь на это. Давайте, валун полетел, полетел. Да и мимо. Да какого лишь-то? Какого лишь мимо? Блин,
Вот о чем говорю, ребят, что стрелять мне приходится просто наугад. Я вижу как бы траекторию, да, но она не до конца идет. Собака, ну смотри, они, блин, возле замка моего кружатся. Отвалите все нафиг. Волнами вас, блин. Так, это бегу на свистун, давай, давай, давай. Молодец, свистунка. Свистунка смылся. Так, давайте этих. Ой, блин, не могу. Так, викинг, иди отсюда. Не нервируй меня, смотри, а? Акробат чертов. Перепрыгивает через мои камни. Все, готов. Ну, только шлема не надлетел там. К ядре не финю. Эй, дракончик, далеко ли собрался-то? Слушайте, интересно, мне будут доступны драконы или... Эй! А, слушай, а что это такое было? Я сейчас пропустил, блин, пока поржал, блин. Откуда у меня столько солдатиков-то выбежало? Ух ты, ребята, смотрите, очередной какой-то, наверное, трофей. Давай, 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 палите без остановки, свистун, давай, я тебя прикрываю. Беги, беги, нет, все, отлично, ребята, мы забрали трофей. Кстати, там еще две монетки. Ух ты, какие-то совушки на шлеме. Так, у нас еще там две монетки, как вы видите. Ну, я боюсь... А, они автоматом к нам прибавились. Ну что ж, шикарно. Что ж, мы прошли с вами еще один уровень. Заработали даже... Воу, 1745. Ребята, это, наверное, скорее всего, за трофей. Мы получаем столько много денег. Ну что ж, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо большое за просмотр. Если вам понравилась игра, ставим палец вверх, пишем в комментариях, и мы будем продолжать в нее играть. А на этом все, всем пока и до скорых новых видосиков. Всем удачи, ребят.